Всем привет! У нас сегодня выпал снег. Одели на Алису маленький комбинезончик, который еще в Челябинске покупали, потому что у нас зимней такой одежды теплой нет. В общем, захотела она погулять. Смотрите, как все истоптали. И баба Лена с ней пошла прогуляться. Все, похоже, домой уже идут. Вот как проснулись. Ничего еще не прибирали. Куколка наша тут лежит, девочка. Алиса хотела на улицу с собой взять, но не стала брать, не знаю почему. В общем, тут кошмар. Груша у нее и игрушки. Чего тут только нет. Утром, когда просыпается, она всегда сначала лежит, что-нибудь кушает, как она говорит, полезное. Груши, яблочки. Играет, видео смотрит, просыпается. А потом уже мы начинаем прибираться. Начинаем заправлять кровати. Вот я убрала все провода, потому что робот-пылесос, которого Нина нам подарила, он эти провода зажевывает. И сегодня даже эту лампу уронил. Масяша маленькая девочка. Сладкая. Так много уже у нас резинок. Нужно мне все перебрать. Потому что есть резинки старые, которые мы уже давно не одеваем. В общем, нужно все перебрать. Сок какой-то, но это она вечером, похоже, вчера ходила и здесь поставила. Ух, это лисюнька. Ну, а вообще у нас, если честно, вот я после приезда из Дубая обратила внимание, что мне некуда складывать игрушки. В общем, игрушки буду перебирать. Буду те, которые нам уже не нужны, которыми не играем. Буду их, наверное, я раздавать. Потому что реально нет места, некуда складывать вещи. У нас все заполнено. Даже вот этот ящик, он доверху заполнен. Здесь эти шары пустые. Алиса их не разрешает выбрасывать. Но мне как-то, если честно, уже все равно. Потому что места нет, я буду выбрасывать. Эти шарики пустые. Если кому-то нужны, кто живет в Краснодаре, пишите. Но я не думаю, что они кому-то нужны. Хотя они, конечно, прикольные. Масюша моя, прям не могу, такая девочка сладкая. Ну, как ты прогулялась? Забирайте свою девочку, да? Забирайте свою девочку. А ты что, вся в снегу? А, ну, мы гуляли с ней. А снега. Снег прямо идет, ты вся мокрая? Да, снег идет на улице. Ничего да, себе. Прямо отлично. Ну, я ее тепло одела, не замерзла дольше? Не промокла все, потому что он это... Мокрый становится. Вода, да. Угу. Ну все, давай раздеваться. Вот коробка от пылесоса. Не знаю, наверное, влажную попробую, да, Леш? Все, пока. Давай. Все, давай сразу проходи в комнату. Вся мокрая. Ужас. Спать захотела. Кошмар, столько воды. Ну, классно погуляла? Угу. Тебе понравилось? Угу. Здорово. Алис, пойдем волосики причешем. Нет. Тося, ну скушай. Вчера разрисовала себе руки фломастером, хулигашка. И ногу одну. И ногу тоже, да. Слушай, а что тебе не погладила вот эту кофточку? Такая мятая. Сними-ка. Пока свеженькая, я ее поглажу сейчас. Давай. Так будешь ходить? Мама купила мне Гринфилд. Я его обожаю. Коллекция. Ну, как всегда, перед Новым годом начинают продавать вот эти подарочные наборы. Мне не очень нравятся. Люблю Грин Мелисса, Тропикал Марвел. Потом еще мой любимый. А, вот мой любимый. Богатая камомила, речка мамила. Речка мамила. В общем, ромашковый. Так, барбарисовый люблю, но не очень. Это мой. Еще какой-то очень вкусный был. Где же он? Милк Олон. Крыми Ройбаш. Вот. Это мед? Ройбаш. Да, это с медом. Дай. Я тоже. А Алиса у нас пьет в основном. Какой, Алиса, твой любимый? Какой-то темный, да? Какой? Такой. Ты спрятала там? А, секретный, да? Алиса пьет у нас черный чай. И Мася, как всегда, трется. Мама, у тебя что-то мокрое. Тихо-тихо. Мама, у тебя что-то мокрое. Тихо-тихо. Мама, у тебя что-то мокрое. Где? Ну, это с твоей куртки. Так, пошла-ка я протру пол в коридоре. А вообще-то ты чай заварил.
чай сейчас скипит, я тебе налью. Леша молодец, сегодня с утра уже курочку в духовку поставил, пока мы спали. С картошечкой. Ароматно, очень вкусно. Будешь, дочь? Я буду яблоко. Яблоко? Ну давай яблоко. Да, яблоко. А я потом курочку поем. Попозже. А ты будешь? Да. Да, тоже? Попозже? Так это груша, ты что? Обманщица, что ли? Папа. Так, все, пошли кушать. Мама, чаёк. Сейчас все сделаю, дочь. Чаёк. Садись. А как будет стоять? На вилочку. Тебе поменьше вилочку дать или ты будешь? Два поменьше. Так, ешь нормально, Алис. Все мясо, чтобы съела. Я сама? Да. Я не умею. Сядь на попу. Съесть? Ничего сложного, за ним ухаживать нет. 15 минут он погнал. Уже влажный борт идет, не моешь. Ах, ящик взяла. Молодец. Он не пустит. Ну что, покормить тебя или сама? Нет. Нет? Давай я тебе уступлю. Вкусно? Да. Подожди, чаё горячее. Покипцы, бемчик. Запивай чайку. Покипцы, бемчик, напей. Птенчик. Бемчик. Зажарочку? Угу. Давай. Горячая. Горячая? Блин, надо лузочку. Мама, ты пока можешь отрезать кусочек. Там вот это. Там вот это. Я обожаю курицу и картошку, которую Леша делает. Очень вкусно. Он всегда маринует очень вкусно. Это блюдо он готовит у нас дома сам. Да, Лисенька? Угу. Папа всегда картошку жарит сам с курицей. А я просто жареные сосиски и могу даже жареные картошки. Вот так. Угу. Мне еще жареное. Даже жареное вот это. Леша одел насадку, которая должна быть пол. Ой, слушайте, реально пол мокрый. Видите блеск? Чуть-чуть. От воды. Моет пол. Вот умничка наш помощник. Нине огромное спасибо. Мы думали, купить, не купить робот-пылесос. Все как-то сомневались. Нам подарили. Но Нина нам подарила, и если честно, классная штука. Мы его запускаем утром, и он у нас целый день ходит и собирает пыль, грязь, масины волосы. Очень много грязи собирает. Мы удивляемся. Вот мы не видим, да, Алиса? Наши. И наши волосы, да. Вот мы не видим, сколько грязи у нас дома. Вот, допустим, пыли от масси волос. Но когда мы открываем контейнер в этом пылесосе, там просто кошмар. Я вам потом покажу как-нибудь. Специально сниму видео, покажу вам, сколько грязи можно собрать за один день. И он у нас работает каждый день. И каждый день он у нас собирает очень много микрочастичек всяких разных. В общем, то, чего мы не видим. Я сейчас думаю над тем, как нашу кухню украсить. В общем, хочу шторы, хочу картины сюда, пустая стена голая. И сюда хочу еще какой-нибудь комод или, я не знаю что, шкафчик какой-нибудь поставить. В общем, голая кухня. Нужно что-то нам здесь придумать. Наверное, это влог, да? Наверное, это влог сегодня. Привет. Всем привет. Идет прямая трансляция. Ты вы на канале Мили Ванили? Да. Прямая трансляция идет. Да? Конечно. Как ты? Да шутит, да? Конечно. Так когда в школу? Завтра? В школу завтра. И потом мне опять выходные с 8 марта. 4 дня. Кайф. Слушай, так поехали с 8 марта куда-нибудь? Поехали. А мы завтра их клиним. Вау. Да, Алена говорит. Алиса завтра на развивашке. Дома я не крашусь, поэтому дома я выгляжу вот так. Брови у меня вот такие. Кто говорит, что мне там можно придать какую-то форму, не делая татуажи, еще чего-то.
это все ерунда. Мне в любом случае либо красить нужно брови, либо микроблейдинг делать, либо еще что-то. Ну, не знаю, мне без разницы. В общем, дома я хожу вот так. Завтра к нам придет шведская стенка. Мы специально для Алисы заказали. В общем, Алиса будет у нас заниматься теперь дома. На занятия ходить по гимнастике она не хочет, говорит, еще рано. Вот, и поэтому мы заказали домой шведскую стенку, да, Алиса? Курочку? Давай, покормлю. Ну, а что мы бегаем с тобой туда-сюда, туда-сюда? Кушай давай. Когда Алиса просит персики, покупаем вот такие персики в баночках, потому что, ну, сейчас не сезон. В общем, берем персики в баночках, достаем обычно 2-3 штучки. Ну, что ты там шумишь? Это моя мелкая. 2-3 штучки достаем, разрезаем на мелкие кусочки, и все, и она у нас кушает. Вот подсела на персики, прямо сильно просит всегда. В Дубае можно было спокойно покупать свеженькие. Но здесь у нас персиков нет. Поэтому персики здесь сидим консервированные. 3 хватит? Нет, все. Вилочку? Маленькую возьми, вилочку маленькую. Открывай, доставай маленькую. Майк. Классно? Да, здесь камень есть. Так, кучу тоже. Так, вот на камень. О, смотрите-ка. Смотрите, какая красавица. Потяка. На самом деле мощная. Ну вот и все, я немножечко подкрасила брови. Сегодня мы дома, никуда не пойдем, поэтому краситься особо не хочу. Мам, я не поменяла подгузник. Меняй. Ой, прости. Так, а почему вы мне не покупаете новые? Чу. Ай, мама. Не больно. Снимаю с тебя грязный подкусник. Мозги мятые вообще. Фу, смотри. Ой, кошмар какой. Там и мама написывает покакал. На самом деле там ничего нет. Это мы как будто делаем. Просто там она никак не пищит мягко. Ну как тебе твоя прическа? Отлично. Бубенцы, да, Алиса? Давай чуть-чуть поправлю, чтобы в глаза не лезли. Это что за детский сад? Вот детский сад. Вам. Вот он, детский сад, точно. Ты новый памперс хочешь одеть, да? Да, мне не получается. Давай, я буду держать. Клади сюда ляльку. Вот так. Поднимаем, расправляем. Давай, прилепляй. Вот и все. Вот и готово. Девочка наша. Все, аватарчика мы переодели. Алиса заводит свою шарманочку в карусель. Ох, долго она будет играть. Для ребяток, да, для своих? Шишку где-то нашла. Такую большую. На занятия взяла, да? Да. Тика-тика-тю. Тика-тика-тю. Пя-пя. Мама активно у нас ведет стримы каждый день. Не молодец. Каждый. А как? Сколько ты решила? Пару раз в неделю? Нет. Мне кажется, через не каждый день ты уже выходишь. Просят прямые эфиры, как готовлю утром. Да ты что? Да, завтраки, обеды, ужины, что мы едим, всем интересно. Вот Алиса утром вот так залезла, увидела, баба, пошли гулять, все. Хорошо погуляли мы с тобой?
да, ведь? Угу. Они такие эти сегодня красивые. Бомбошки. Бомбошки. Ох, дурить любишь, а. Ох, любишь дурить. Не дури так. Так, этих лун я убираю в коробочку, хорошо? Но почему они здесь? Алис, ну мне нужно эту коробку убрать. Что нет-то? В общем, здесь у Алисы в коробке сложены все лол. А сверху у нее лежат лол серии Glitter. А здесь вот обычно. Ой, да, нужно поменять. В общем, это сюда, это сюда. И она мне не разрешает складывать глиттер вместе с обычным. Ой, уже несколько дней. Только я прибралась на кровати, только заправила кровать, снова здесь бардак, это ханазуки, целая куча ханазуки. Доченька играет, нагостилась у бабы Лены, убежала оттуда с истерикой. Все не так, все Лева делает не так, да, Лиса? Палочки забирает, не играет с тобой, да? В общем, наша кровать – это место для игр. Играй, моя хорошая, играй. Я сейчас чаек попью. В общем, смотрите, уже темнеет. Вот так вот день пролетел. Вообще здесь, в Краснодаре, очень рано темнеет. И, не знаю, дня не хватает. Нужно просыпаться очень рано, чтобы что-то успеть сделать за день. Ну, сегодня выходной, мы просидели дома. Вот такие вот у нас дни, обычные дни, как у всех. Не знаю, что уж вам нравится смотреть таких видео, но меня все очень просили, покажите ваш обычный день. Наш обычный день очень простой, как и у всех. Встали, покушали, дома уборочку сделали, поиграли, пообщались с родственниками. Да, Лисенька? Еще раз поиграли, покушали. И уже спать пора, уже вечер опять, уже ночь. Уже снова темнеет. Леша только что мне из пекарочки принес булочки. Здесь хачапури. Какая-то круглая булочка. Это с чем, Леш? Профитролька. Профитролька? Так, и булочки с творогом. Вот эти я обожаю. Сейчас будем пить чай. Да, Лисиня? Будешь? Помоги, хочешь? Хрустящие. Хрустящие? Они все хрустящие. Какую хочешь? Я хочу хрустящую. Какая вкусно пахнет? Хачапури пахнет вкусно? Давай, я тебе дам, которую ты всегда ешь, хорошо? Угу. Ой, папа любит. Мася. Ой, Мася, Мася. Наш помощник ходит, моет пол. Что-то от него мало следов влажного, нет? Леш, от него практически... Или есть? Есть. В общем, хожу, проверяю постоянно, есть ли от него след или нету. Все гуляют. Леша говорит, только что был на улице, все, говорит, фотографируются, как будто снега никогда не видели. Да, доча? Я хочу еще. Еще погулять? Но завтра сходишь с бабой Леной. Ты завтра на занятия, вот и посмотришь. Погулять завтра не получится, пойдешь на занятия. А когда после занятия? После занятий погуляешь. Давай спускайся. Ой-ой-ой. Леша прилег у нас на кроватке, смотрит видео. Катя Сабин, по музыке слышу. Катя, жди, скоро приедем обратно. Ты с ума сошел? Подожди, подожди нас, не уезжай. Сейчас только чемодан соберу, наши чемоданы. С Климкой поедешь? Мне кажется, пока мы собираемся, они уже уедут. А что, нам долго собираться, что ли? Надо Кате позвонить, узнать, долго она там еще будет. Я еще не планирую. Алис, дай мне обувь. Где мои тапки? Мне мама тапки подарила. Да вот я нашла. Под столом. Так. Умничка, умничка. Целый день пашет. Слушай. А где пирог-то? Кто-то сегодня на прямой трансляции говорил пирог. Да, кстати. Вот так. Ой-ой-ой. Притащила сюда стул из нашего дома, перевернула его. Зачем ты это сделала? Это я хочу его
кататься. Ты все уже сюда перетащила к бабе Лине. У нее скоро места уже не будет. Хохотушка. Че ты меня паришь, будешь? Пришел, у Лёвы разлегся. А дома не смотрелась? Ну, вы же все ушли, мне одному скучно. Будь осторожен, она может прыгнуть. Страшно, когда на живот тебе прыгают. Где? Ты серьезно? Проиграл, что ли? Лёва, ты проиграл? Лёва, ты проиграл, что ли? Прости, Лёва. Кам-кам-кам. Устроила тут вечеринку, собрала все стулья. Я не пойду к тебе. Кам-кам-кам. Я Лёва. Кам. А то как не куплю это хэри, там мне еще ничего, давно уже не куплю с хэри. В основном капли будут, в основном капли уже стало отвратительно. А вот это вот очень хорошее средство. И стоит его. Так, я могу делать на полотенце. А теперь на скорочка. Это мой Адхамзе на год. Так. Я съем рису. Пойдем. Он правда меня не съест. Там уже просто сидеть. И если вам что-то показалось, что-то красное, то так укрываться. Ребята, а вдруг они нас потеряли? Я боюсь очень. А я тут могу согреться. Но лицо не видно. Ой. И как это страшненько. Давайте выходить. Ну, и хочете, если на меня посмотреть. То. Терминатор. О. Терминатор. О. Ты подписывайся. Всем привет. Я сильная вести, я сильная вести, я готов затанцевать. Рэп, ой, рэп, рэп. Смотрите, какая дырочка. А тут простой мех, ребят, вот мех. Смотри, она была наполнена мехом. Ребята, у нас случилось, я поддельной куколки туда успела засунуть. Никакой выбора у нее нету. В общем, Алиса решила поиграть в эту кошечку. Затолкала от поддельной куколки какую-то туфельку ей в рот, а потом затолкала еще два корма, которые специально шли для этой кошки. Сейчас наша задача достать эту туфельку от поддельной куколки и корм из нашей кошечки. Будем сейчас это делать. Ну как ты так вот? Я плачу так. Алис, ты мне мешаешь. Я вот ты так... мне мешаешь. Ой, один выскочил. Лови. Лови. Так, давайте второй. Перед сном начинаются какие-то приключения. Алиса, смотри, сейчас может еще выпасть одна. Видишь? Первая так легко выскочила, да? Угу. Есть! Есть, держи. Бендицит у меня. Так, ищем туфельку. А туфелька, она большая была? Маленькая, и она как Алёва спрашивает, только ботинки не отвол, а ты такая тонюсенькая. Не она не дошла до попы. Да нет ее. Нет, она не дошла до попы. Она где-то в желудочку. Так, я нашла какую-то палочку, сейчас попробую. Это твоя папа, которая ела. Да. Бедная кошка. Мама, дай как с этими вот палочками. Вот так, да? Алис, правда, может ничего не получить. Пинди. Пинди.
я не вижу. Бусинку я не вижу. Она бинтит. Сидела, видео монтировала, как мы прилетели домой. Короче, туфелька на выходе почему. Ну вот она. Туфельку протолкнула я все-таки. Ну вон она, видишь? Да. Знаешь, почему у меня такая штучка? Толстая, сильная. Ой, хорошо. Ты монстряшка, да? Такая большая туфелька, Алисия. Удивительно, как ты вообще ее смогла затолкать. Блин, у меня не получается, Алисия. Да, Алиса засунула туфельку в этот, кошке. Проход, что ли? У кошки в рот. И она уже прошла, вот я ее там протолкнула. И она застряла. А вот эти какие? Я ее вижу. Я могу ее достать. Мама, специально для тебя галсток. Галсток. Мне не хватает силы, чтобы сжать ее. Мама, вот галсток. Может, есть какой-нибудь крючок у нас? Крючок. Ребята, хочу похвастаться. Смотрите, Алиса, какой мне галстук сделал на 23 февраля. Вау. Это на занятиях она делала? Да. Умница. Есть! Все, я ее достала. Ребята, туалет. Смотрите. Туалет. Вот она. Что вот она. Туалет. Туалет. Давай это туалет. Давай покумим. Давай. Все, кисонька, мы тебя спасли. Давай, чтобы ты больше так не делал, покумим. Я уже спать хотела. Теперь попукай. Я тебе предлагаю после того, как ты поиграешь, чтобы ты все прибрала. И почему твоя обувь здесь стоит? Алиса, я сейчас ругаться буду. Почему обувь у тебя из коридора здесь в игрушках? Да, она чистая. Она очень чистая. Ты сегодня на улицу в ней ходила. Что за новости, Алиса? Все, буду ругаться. Алиса с ума сходит, ей на занятия нужно. А эти праздничные дни выбили ее из колеи, да, Алисенька? Ага.